Более 850 тысяч рублей за нарушение санитарного законодательства. Роспотребнадзор оштрафовал мэрию Махачкалы. В суды направлено 116 исковых заявлений о неудовлетворительном состоянии контейнерных площадок, 99 из которых удовлетворены. Информация направлена в прокуратуру республики с целью принятия мер реагирования. Кроме того, в отношении администрации города выдано представление об устранении причин нарушения санитарного законодательства.